Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные и злые, самые на голову больные. Мы их прокормить не сможем, все эти голодные рожи в возрасте уже около года, по 32 зуба у каждого урода. Чтобы они нас с тобой не съели, мы их будем держать в черном теле, лупить как сидоровых коз и босиком прямо на мороз. Вот тогда они будут послушны, и мир лучше и лучше с каждым днем будет становиться. У нас их так много родится, им игрушек покупать не будем, это можно лишь нормальным людям. А эти дауны схватят в лапы и будут грызть и кидать на пол. В школу тоже их водить не стоит, тут любой учитель сразу взвоет, когда ему в канун 8 марта слегка нагадят прямо на парту. У них не будет Бога, кроме рока, а самое главное, их будет много. Я буду их рожать каждую неделю, мир станет таким, как мы с тобой хотели. Нас окружат родственные души и мир лучше и лучше с каждым днем будет становиться. Мы как тараканы будем плодиться, ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные и злые, самые на голову больные, как мы.